Добрый день, друзья. Съездил на приемки, поехал на почту отправлять посылки, ну и так. Вот потом возле этого увидел, валяется вот такая штука, смотрю, трансформатор, думаю, надо забрать. Смотрю, это звонок, вижу, рядом крышка. Вот, ну, посмотрим, если работает, может, за какую сотку, как изделие, может, как... Ну, разобьем на медь. Вот. Продал мне знакомый такой вот телевизор за сотку. Не знаю. Если радио какое-то сломанное, шуршащее, за 250 берут, я думаю, телевизор можно тоже рублей за 300 продать. Посмотрим. Вот еще фонарь. Фонарь шикарный. 06-70 года. Явно новый. Ну, где-то валялся, поцарапан немножко. Так вот, смотрите. Так, вот я чего набрал, 6 килограмм за 300 и еще за сотку. Чего, откуда я, ну, лень вспоминать. Давайте по порядку, фонарик советский, надо, ну, подогнуть немножко. Я не помню, я что-то человек брал их, ну, не помню, по сотке, там, по полтиннику, но он ничего не весит. Рулетка, что-то я ее заматывал, что-то как-то она плохо заходит, но надо смазать, может. Ну, тоже полтишок, может быть. Оселок. Камешек. Что еще? Вот консервный нож, похож на современный, но вроде не гнется. Меня знакомый хотел. Проверить надо. Вот, ну, по сотке их продают. Вот, ножик хороший. Ну, это МНЦ, но я чуть не помню, то ли 250, то ли 300 я продавал такой. Вот. Был еще один такой же, но там он как-то уточен или его что-то из него сделать пытались. Куча ножниц. Нет, человек все выкупил. Вот. Ну, я думаю, ножницы вот меньше, чем по полтишку не уйдут. Вот, скажем, большие, думаю, там кончик чуть-чуть обломан. Там какие-то вот эти вот с тупыми концами, может, и по 150. Поэтому, ну, пока не скажу даже. Так, метр. Ну, что-то состояние, в принципе, неплохое, но не идеальное. Ну, попробую за соточку. Я их по соточку, ну, замок. Было два ключа, один уронил, не смог найти. Смотрите, чем интересен. Хромированный. Три плашка держателя на разный размер. То есть, как-нибудь, не знаю, чтобы ушел, может, поставить на за 500. Ну, хотя 500, как бы. Ну, подумать, ну, что большое, 150, можно 200 просить. Три по 100, ну, вот, о, ну, такой плавить для метчиков. Сделать набор за 500. И вот, это хорошее. Три восьмых. Такой вот резистор взял, тяжелый, ну, не знаю. Ну, попробуем опять же, может, кому-то. Корпус фонарика без головы. Проверить, как кнопка работает. Что из него может быть? Чтобы у меня вот кнопка плохо работает на одном.
Может, что-то там переделать. Ну, все, у меня какие-то мысли бродят. Второй конус и для патрона. Значок дружинник. Можно сотку просить. Лопатку надо поправить, но наша СИБ-завод, если я не ошибаюсь. Будильник, хороший будильник, слава. У меня были такие. То есть, там даже камни есть, более-менее точно идет. Но они часто, у них там одна, в одном месте у меня вот несколько было, трое, что ли, сломанных. Сейчас я даже не хочу их ремонтировать за ненадобность. Ну, тоже какой-нибудь платежок. Ключик под квадрат вот такой. Это может быть, кстати, ключик к часам. Ну, где-то такие примерно бывают на часах. Вот такой вот проводок взял, не знаю. Живой, не живой, ну, посмотрим. Так, что еще? Вот такой непонятный инструмент. Внутри там какая-то была сажа. И вот он может... Я так понимаю, действительно ставится какая-то или свечка, или еще что-то. Можно открывать. Ну, сверху, наверное, что-то, как я понимаю. Ступа. Самодельная, точеная. Ручка наполовину дерева. Полегче. Ну, соответственно, подешевле обошлась. Вот. Термос еще стоял с прошлого раза. Ну, что-то я его не хочу даже думать о нем. Не, ну можно было, ну не знаю, что-то поленился. Вот, что еще было интересного. Кабина автомобиля, потом такой, знаете, автомобиль, типа грузовика, но по виду металл толстый и такая форма вытянутая. То есть, ну явно игрушка такая какие-то, ну может и военных лет. Но одна кабина там копанная, потом, ну не знаю, опять же, что-то... да надо было взять она. Рискнуть. Вот, ну вот такие вот какие-то покупки. Если по деньгам попробовать посчитать. А, и целую горсть взял вот таких заклепок. Чем они хороши? С подтаем длинные. Вот, к примеру. Вот он. Ручки для ножей крепить. Там я их чуть ли не сотню. Конечно, долго выбирал. Потому что у меня что-то длинных именно вот такого типа. Чтобы с подтаем как-то, ну, мало. Вечно начинаешь то без подтая там на токарно вытачивал. Этот, ну, и так далее. Вот, так что... Заклепки хорошая вещь. Ну, что получается, если так по деньжищам взять? И старается, значит, 100, 300, 400, 700. А что можем получить? Вот фонарь, я не знаю. Ну, попробуй, конечно. Ну, вот его навряд ли удвоишь, но состояние хорошее. Ну, пускай так. Там еще резцов у меня человек. Ну, хотя мне их не достаточно. Ну, лишними не будут. Вот. Что получается? Ну, пускай фонарь 300. Телевизор пускай 300, 600. Звонок пускай сотка. 700. Ну, поехали. 750. Пускай 50. Ну, хотя я сотка думаю. Так, 750. 800, 9, нет, 300, 600, 700, 800, 900, 900, вот эти 500, 1400, метр, 1500, соточка, 1600, 1700,
1800 ступа рублей, это 1200 будет. Вот это не знаю. Так ты 200, да, у нас было. Еще пускай соточка, 200. Большие ножницы. Пускай сотка, там конец сломан. 2300. Эти пускай соточка. И полтинник вот эти. Ну. Так, вот эти можно по 150 посчитать. Так, 2300. 2600. И еще 200. 2800. Или 3 уж. Ну, короче, я сбился. Кто кому надо, можете посчитать. Ключики еще, по-моему, не посчитал. Вот нож еще. Рублей 250. Плюс-минус полтинник. Ну, вот так вот где-то. Вот. Ну, ступ давно не было, поэтому не знаю. Вот как-то я тогда выставил недорого. И ушла. Надо ее немножко почистить. Чем она мне понравилась, она такая небольшая и выточенная. И из железа она не чугунная. Чугун как-то уронил, все, он там треснул. Это получше вроде. Вот и пестик деревянный, удобно держать, руку не отбивать. Вот, может, за сотку фонарик. Ну, вот этот я себе на баловство. Ну, вот заклепок, конечно, рад. Потому что, ну, можно хорошие, получается, заклепки из этих. Если взять вилку. Там эти латунные. Ну, вот эти на вилке. И, соответственно, ну, отпиливаем и там расклепываем. Вот, сколько вот это, я не знаю. Ну, пока полтинник поставил, может, он сотку, может, не стоит. Вот. Там мне как-то сказали, что я там как-то странно считаю, ошибаюсь. Ну, плюс-минус. Вот, в прошлый раз я там взял там подручники по 500, посчитал, но они у меня по 800 ушли уже. Потом уже, ну, уже породаны, буквально. Вот, а камень, я не помню, посчитал. Ну, короче, вот так вот. Вот, что еще интересного рассказать. Ну вот хорошо получается будильников, там у меня получается два будильника уже, еще механизм часов, возможно кто-то, кто интересуется, ну то есть как бы накопится, чтобы там, скажем, часовщик, о, возьму. В общем, у меня вот плашкодержатель человек заказал, я говорю, так 100 рублей, это 300 пересылка, или 350, что-то там, было 450, ну большой город, но не может не быть там за такую цену плашкодержателя. Вот, ну, как-то. Ну, кстати, может быть, что плюс такой наборчик уже как бы на 600 рублей, там как бы плюс пересылка, там будет она рублей 400 вместо 350, там 450 не будет. Ну, то есть уже как бы да, получается более-менее, есть смысл, вот. Что еще интересного вам рассказать? Есть у меня одна задумка насчет такого фонаря, но опять же некогда. Не то что некогда, сделать можно, но не нужно. Так. Ну, замок опять же, вот я с тремя ключами что-то тут выставил, что-то рублей за 150 или что-то такое его. У меня там что-то в очередь несколько человек, и я тут живу. Ну, так что я думаю, этот может. Ну, надеюсь. Но видите, опять же, сами делать люди не хотят. Тут, видите. То есть надо. Ну, он довольно простой, вот этот замок. Ну, посмотрим, опять же, за полтинник. Кто-нибудь да возьмет. Ну вот это вот непонятно для меня. Что-то или сюда что-то ставится, подогревать.
Ну или я как там пошутил. Это переносная обжигалка для меди. Вот. Что еще? Ну, камешек пока вот этот селок продавать не буду. Мне что-то товарищ спрашивал как-то. Может быть. Ну, как так. Я ему мне что-нибудь хорошее сделать. Ну, проводок тоже для себя. Я не знаю, тут ведь USB. Что он от чего. Ну, бывает, сами знаете, что-то надо проверить. А очень забавная вещь валялась. Коммуникатор HP. QWERTY клавиатура. Там флешку вставлять можно там со стилусом. Ну, аккумулятора нет задней крышки. Ну, непонятно, работает, не работает. Ну, хотя видно там, по-моему, экран. В нескольких местах придавленный. Ну, то есть он не битый, но вот. Ну, кстати, забавная вещь, что он это, у него такой довольно квадратный экран, и как-то так вот он неплохо в руке лежит. Вот. Ну да, лет 20 назад мы о таких мечтали только. Сейчас металлолом выкидывают. Вот. Что еще? Ну вот там мне еще одни ножницы с прошлого раза надо почистить, не почистил. Ну и вот, соответственно, сейчас чик-чик-чик выставлю. Ну опять же, человек взял, я не знаю, зачем он их взял. Может, эти закажет. Что он из них там делает, может, он что-то там с ковкой связан, может, он из них там какие ножи кует. Вот. Если его все устроит. Что еще? Ну, понятно, надо почистить. Ну, вот как-то так. Ну, вот интересно, что вот это может какой-то фонарик там переделать, переставить. Что вот он, по-моему, подлиннее, он сюда должен сюда входить этот. Как он называется? Ну, аккумулятор вот этот. Ну, вот головка редкая. 3/8. У меня, по-моему, есть. У меня хотел там знакомый, что вот, а ты мне не отдашь. Ну, как я отдам одна для себя на всякий случай. Вот. Так много чего, конечно, интересно. А это было еще, я недавно брал открывать банки такого же типа, еще одна, ну что-то я не стал уже брать. Что еще интересного? Вот. Ну, непонятно, быстро, не быстро уйдет что-то. Есть чему уходить. Ну вот, не, ну вот эти вроде довольно быстро уходили. Но это опять же как-то немножко расщепелилось. Посмотрим. Ну, как-то вот так. Благодарю за внимание. Всего доброго.